Министерство культуры России организует всероссийскую акцию с 2016 года. Ее основной задачей является поддержка и популяризация российского кинематографа. Минкультуры совместно с Фондом кино провело рейтинговое онлайн-голосование. Зрителям был предложен список из 26 картин. В итоге была выбрана тройка популярных киноработ. Лидером народного голосования стал российско-сербский военно-драматический боевик «Балканский рубеж». Фильм повествует о секретной операции российской спецгруппы в Югославии в 1999 году. Ну, фильм разрекламированный, ожидаются большие эмоции, очень хочется посмотреть. Вот пришли с женой именно на этот фильм «Балканский рубеж». Второе и третье места заняли кинокомедии «Дымовой» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Семейный фильм «Домовой», с которого и начинался показ, произвел на юных десногорцев особое впечатление. Вообще сам фильм веселый, потому что как не смотрю комедию, просто улыбаюсь, а здесь даже был момент, где можно было посмеяться. Мне понравился фильм тем, что он был волшебным и справедливым. Примечательно, что роль Домового в киноленте сыграл никто иной, как Сергей Чирков, бывший житель Десногорска. Очень гордимся тем, что наш парень... Домовой, да, взрастили в Десногорске его. Поэтому, ну, ему успехов, он обогащает российский кинематограф своими ролями. Десногорцы по достоинству оценили сами фильмы и возможность свободно посмотреть их на большом экране. В этот раз в акции приняли участие более 100 жителей и гостей города. Показ фильмов закончился далеко за полночь. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.